Всем привет, с вами StealthPro, и сегодня я покажу мод на лошадей для Майнкрафта Pocket Edition. Этот мод добавляет нам 10 новых лошадей в наш Майнкрафт. Что ж, вы их достать можете с помощью креатива или найти в обычном выживании. Ну и что ж, как видите, у нас здесь стоит лошадка-скелет, и чтобы ее приручить, вам понадобится обычная гниль. Достаете ее в руки и просто кормите вот этой гнили, вот эту обычную лошадку, да, но она, по идее, необычная. Она, можно сказать, сделана из скелета. И что же, кормить ее придется довольно долго, после чего в любой удобный момент или момент, когда она издаст определенные звуки, вы сможете на нее одеть совершенно обычное седло. Но, к сожалению, в этом моде пока нет брони для наших лошадок. Ну, это не печалька, и этот минус не дает сладиться вот этим модом. Что ж, давай, лошадка, кормись, и давайте попытаемся одеть на нее наше седло. Что ж, как видите, мое отдельное седло, но она странно бегает, странно движется. Да, все здесь странно как-то происходит, но все же мод работает, и мы сможем в неё также спрыгнуть. Но, к сожалению, иногда могут мерцать текстуры. Но это, опять же, не мешает насладиться вот этим прекрасным модом. Также, чтобы приручить обычную лошадку, вам понадобится уже обычная, совершенно обычная пшеница, которую вы можете достать или сделать сами. Что ж, лошадка кормится, и сейчас вы слышите звуки, которые издает именно эта лошадка. И что ж, давайте достанем наше седло, которое находится в этом разделе в самом конце. Там и находится спаун вот этих лошадей. Но, к сожалению, к яйцу спавна этих лошадей нам не добавили текстуру, да. К сожалению, разработчики маленько поленились. Но все же мод довольно классный и, можно сказать, глобальный, потому что здесь 10 новых лошадей, в том числе двое из них злые, да. Они могут на вас напасть, но все же, если их приручить, то нападать они на вас не будут. Так, что ж, давайте в удобный момент надеем мне седло. Ну, как видите, у нас пока ничего не получается. Но ты, лошадка, я уверяю, что на тебя я одену вот это седло. Что ж, как видите, мы надели на нее наше седло. Что ж, лошадка, давай, скачи. Ну и, как видите, иногда пропадает текстура. Но лошадок здесь довольно много, которых сейчас вам покажу. Также здесь есть и осел, да. Совершенно обычный осел, который, может быть, сейчас заспавнится. Что ж, вот нас заспавнился осел. Вот так у нас выглядит осел и в Майнкрафте ПК, и в Майнкрафте Pocket Edition. Что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.